Приветствуем всех посетителей сайта artshoprus.com. Это видеообзор на матрешку кикимора. Авторская работа сделана в ограниченном количестве. Какие у нее отличительные черты? В комплекте три сказочных персонажа. Это сама кикимора болотная, сова и лягушонок. Кикимора сделана как матрешка, вот у нее такая вот деревянная основа небольшая, открывается она посередине, внутри вкладываются все игрушки. У нее волосы сделаны из мягких волокон зеленого цвета, обратите внимание, бусики декоративные с яркими бусинками и мухоморами. Лицо расписано вручную, внизу травка, которая имитирует такую осоку. Совушка сделана в коричневом цвете, тоже расписано, как будто у нее перышки, и маленький лягушонок. Все персонажи вкладываются один в другую. Этот комплект очень понравится коллекционерам, а также те, кто очень любит необычные всякие игрушки и интересуются русскими народными сказками и фольклором.